До государственного переворота 22 февраля 2014 года на Украине я уезжал на отдых в Одессу. Теперь я отдых свой существенно сократил, скажем, если раньше моя телепередача, как и все российские политические телепередачи, уходила на летний отдых, то сейчас я уже 2 года летом продолжаю работать. Правда, я успел за это время на несколько дней слетать в Израиль просто позагорать. Успел неделю провести в Сочи в прошлом году, когда очень удачно распределились праздничные дни, так что у меня получилась целая неделя свободная. Ну и это, собственно, все. Скажем, зимние каникулы провожу у себя в Москве, просто поскольку мои передачи в это время не выходят, я воспользовался свободным временем, чтобы написать несколько больших статей.